Добрый день, друзья! Мы с Сергеем приехали на озеро Трофей половить зимнюю щуку на воблеры. Тепло, но сильный южный порывистый ветер. Начали ловить в 10 часов. Первый заброс и поклевка щуки на инквизитор в свете Мод Тайгер в 30 метрах от берега. Плохая примета на рыбалке. И действительно, следующие 3 часа ни одной поклевки. Становимся в самой мелководной части озера и попадаем на выход щуки. За час 6 хвостов. Все щуки весом около килограмма и чуть выше. Поклевки на воблеры Мегабас и то Шайнер 115 СП, Шакал Реренж 130 СП и Орбит 110 СП. Все в цвете Мод Тайгер. Щука атакует из камыша и травы. Поклевки уверенные и мощные. Ветер усиливается, раздача щук прекращается, и мы отправляемся к Виталию пить чай. На возможный вечерний выход щук отправляемся втроем. Сергей ловит с берега, мы с Виталием выходим на двух лодках. После пары забросов инквизитора
ставлю копию Максквада 128 в свете Вайкама. На первом же забросе на паузе мощная подача. Похоже на 5-килограммовую щуку, которая здесь есть. Но когда рыбина начинает мощно уходить и забирает 1,50 м шнура, становится понятно, что это кто-то больше. Кричу: «Большая рыба!» Сергей бежит за большим подсаком. Виталий с ним на лодке мчится на помощь. Я поднимаю якорь. Ветер быстро гонит лодку в сторону уходящей рыбины. Через 100 метров я обгоняю всплывшего толстолоба и кидаю якорь. Пытаюсь одновременно и утомлять рыбу, и снимать видео. Не хватает еще одной руки. Толстолоб зацепился за хвост, может сделать рывок и сорваться. Аккуратно с Виталием заводим толстолоба в подсак. И вот 7-килограммовая рыбина у меня в руках. Рыбацкая примета, неудачная рыбалка, если щука на первом забросе, не сработала. Озеро Трофей в очередной раз порадовало и принесло новый трофей. Всем мира, добра и удачи!